что я должна любить Метинвест? Наш город существовал задолго до появления Метинвеста. И я считаю, что не Метинвестом единым жив Мариуполь. Вообще к нему никак не отношусь, поэтому мне, как говорится, все равно. Я не знаю, кто там чем занимается. Вижу, что город преобразуется, становится краше, это радует. Да, экология, это в первую очередь, это есть здоровье, есть жизнь, это самое святое. Да? Почему? Потому что оно дает развитие городу. Ну, реставрируют многие места города и восстанавливают парки многие. Нет, Метинвест — это маленький концлагерь. Потому что там внутри, на территории людей, которые работают, там просто до безумия доводят тренингами, аудитами. Между цехами ходит аудит междуцеховой, мастера, начальники участков. И заставляют кардинальные правила сотрудников читать, даже не в таком порядке, каком они, а именно как вот один за одним. Угрожают тем, что если неправильно не расскажете, мастер пострадает, премии лишат. Дурдом, в общем, одним словом. Людей заставляют делать работу, не свойственную вообще абсолютно специальности. Нас, электромонтеров, гоняли, допустим, на ремонт в доменный цех, грубо говоря, на лопату. Это не Метинвест, это Смертинвест. Плюс экология. Даже не знаю, что это. Любим. Да? Почему? Скажи. Сработали. Нет, просто знаем Метинвест, любим. И пускай они успешно работают. А вы? Тоже любите Метинвест? Нет. Люблю. Ну, потому что это городообразующее предприятие. Оно дает деньги для города, для людей, для того, чтобы обиходить город. И другие выплаты, так сказать, отчисления, скажем так. Я не знаю, что это. Вы знаете, что такое Метинвест? Нет. Вы не из Мариуполя? Нет. Вы не знаете, что такое это предприятие крупное, Ахметов? Нет, я не отсюда, я не местная. Конечно, сколько он для города сделал. Вы посмотрите, как стало прекрасно пройтись даже. Вы думаете, это Метинвест сделал? Да, я думаю, да. И город, международные банки помогли. Ну, помогают, но раньше чушь они не помогали. А сейчас пусть помогают больше. Торопимся. Да, мы там работаем, любим очень. Вас узнать. Вы любите Метинвест? Я не могу так сказать. Это же Маша работал. Я работаю на Застале, так что. Любите? Не особо. Я работаю там, потому что так вынуждается там работать. А любить его, ну, не за что. За то, что там не очень хорошо относится к людям. Как бы мне не за что там. Не советовал бы, если там бы работать бы. Потому что начальство у нас с нами общается не на должном уровне. Не соответствует кодексу этики. Это лично мое мнение. Я бы хотел, чтобы к нам относились бы нормально, чтобы, ну, с нами общались как с равными людьми. Ну, вообще-то люблю. Почему? Потому что дает все-таки работа. У меня там работает сын. Когда-то работал муж. Конечно. Почему? А я там проработала всю жизнь. Сколько проработали? Расскажите. 40 лет. Я еще работал там в 85-м году. При Метинвест? Да. А потом работали уже при Метинвесте? Нет. А сейчас как, вот любите это? В Крузолезнице я работаю. А как к Метинвесту относитесь? Кого? К Метинвесту как относитесь? Нормально. Нет. Почему? Просто не люблю и все. Люблю, не люблю. Дети работают там, поэтому... Поэтому цензура? Не цензура, потому что если его не будет, город остановится. Я нейтрально отношусь к нему. Но много делает чего. Например, я учусь в 7-й школе, и у нас сделали уголок. Там телевизор находится и место для отдыха. Ну, больше я такого ничего не знаю, что сделала Метинвест. Я не увлекаюсь им.